Прикольно. Не знаю, у меня не получится, а у вас? Ну, у меня лоса и загородный дом. В принципе, недалеко отсюда. Прикольно. Погнали. Да нет, немного, погнали. Погнали. А вот и он. Ого, прикольный, большой такой. Так, сейчас ключ найду. Наверное, вот этот. Во, все, пацаны, заходите. Да, кого-нибудь. Прикольно. Так, ну ладно, пацаны, раскатывайтесь вещи, пойдем погуляем. Ну я тогда здесь. Погнали. Здесь, кстати, есть, в принципе, недалеко магазин. Ну как, идти минут 10. Могу проводить. Ну да, погнали. О, ребята, уже темнеет. Надо быстрее спать. Там подвал, но он давно уже был закрыт. И его очень-очень давно уже не открывали. Понятно. Да. Ну да. Ну да, давай. Все, ребята, давайте спать. Спокойной ночи. Спокойной ночи. О, доброе утро, Саня. Доброе утро, пацаны. О, свет. И на кухню. О, ребята, на кухне дверь открыта. Странно, странно. Ну, посмотри, может, что найдешь. Погнали. Смотрите, я сейчас. Да заколебали, давай уже посмотрим. Давайте здесь. Да хер его знает. Что-то чертовщина какая-то тут творится. Может быть, знаешь что? Может просто, так как сегодня же уже Хэллоуин, и как бы малые пошутили просто как-нибудь. Ну, может здесь где-нибудь рядом тоже есть какой-нибудь домик, и... А свет просто это какой-нибудь... Ну, его переклинило, может, не знаю. Правда, а может, там что-нибудь задело. Дверь в сквозняк, наверное. Да ладно тебе. Да, но как? Все было закрыто. Сквозняка никак не должно было быть.
Ну, дом старый, пацаны, да ладно вам. Ну да, подумай. Погнали. Да, кстати, здесь есть недалеко неплохого озера, там и порыбачить можно. Во, пацаны. Да, здесь очень красиво. Корова гуляет. Да не знаю, не ловится ни хрена. Да, вообще нифига нету, пусто тут. Да не ходи туда, вдруг еще. Погнали домой. Что я так устал. Наезжать охота. Пошли. Погнали. Странно. Может, забыли? Пацаны, кто хочет кушать? Давай. Творчик ништяк. О, какой офигенный тортик. Все, я нахавался. О, ребят, это самый вкусный торт в жизни. Да. Ништяк. Все, ребята, будем спать ложиться, уже темнеет. Да. Пожалуй, надо. Да ладно тебе, что только секунд. Ну все, ребята, всем спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Дай поспать. Отвали. Ты что? Что это такое? Где Саня? Убежали. Снег. Что сделаешь? Что делаешь?
Не знаю, я забыл. Ну, как знаете, пошли спать. Ты с камерой ходил все это время? Все, давай спать, вот завтра и посмотрим. Все, ребята, давайте спать, а то мы так не выспимся. Все, всем спокойной ночи. Ну вот, ну не знаю, как думаешь, что такое с ним случилось? А фиг его знает, вообще чертовщина тут какая-то. Сейчас, дай, тот и захавал. Последний. О, какой вкусный день. Так. О! Доброе утро, Саня. Смотри, что-то темно, я включу свет. Окей. Сейчас, пацаны, я буду, только... Пожалуйста, заходите. Саня, а ты ведь снимал все правильно? Давай, сейчас подождемся, не заходи. О, ребята, я уже помылся. Сейчас, я секунду. О, все, я тоже помылся. Давайте посмотрим камеру. Ну, пойдемте. Здесь есть, конечно, недалеко церковь, но как недалеко, относительно. Сейчас чтобы свет выключу. Естественно. Все, пойдемте. Там по дороге, ну как? Там пройдем, еще через лес нужно будет пройти. И все, и мы придем в церковь. Давай, мы за тобой. Понятненько, ребятки, сейчас разберемся. Ну и вот на что. Заходите. Нет, нет, я сюда не пойду. Нет, ребят. Не-не-не-не-не-не-не, я сюда не пойду. Вы куда? Я не пойду, нет. Помогите нам, пожалуйста. Блин, ребята, он убежал, что нам делать? Как думаете, что это значит? Надеюсь. Сейчас я только в душ схожу. Люха,